Здравствуйте, это я, Александр Разжаев, предприниматель из Екатеринбурга. Это мой канал по дезинфекции. А сегодня у меня такое вот письменное и устное и видеообращение к мэру города Москвы, к Собянину Сергею Семеновичу. Сергей Семенович, смотрите, наша компания небольшая. Мы в Екатеринбурге занимаемся практически единственным в России производством такого оборудования. Это генераторы тумана для дезинфекции. С 2014 года у нас в России несколько сотен аппаратов таких работает, в том числе и в Москве, и в Московской области. И сейчас в связи с эпидемией коронавируса особенный спрос возникает на аппараты. Но у нас проблема возникает с поставщиками, которые находятся в Московской области. Вот у нас используются крышки вот такие для бака. То есть я максимально использую детали, которые производится другими производителями, заводами из автомобильной промышленности, даже вот из сантехники. Вот есть такой завод Синикон, я у них использую вот такие вот крышки. Это крышка для ревизии, канализационная труба такая, да, 50 мм диаметром. Вот. У них у всех заводов свои какие-то размеры, то есть от других производителей крышка не подойдет. Мне очень нужно, чтобы этот завод заработал в ближайшие дни, потому что крышки кончаются. Помогите, пожалуйста. Значит, обращаемся к вам, чтобы завод Синикон открылся хотя бы на несколько дней. Возможно, поставки нашего оборудования, возможно, спасут чью-то жизнь. О, второй тоже обработал сверху.